Добрый день любителям рыбалки. Выехал вот на один водоем проверить его. Ночью был заморозок до минус 3. Вот сейчас 11:30 дня. Просто выехал проверить. Посидеть 2-3 часа. Уже пошла рыба здесь или не пошла? В этом году я еще здесь не рыбачил. Так, найти место. Вот, пожалуй, мы его здесь где-то будем. Рыбаков нету, значит, скорее всего, и клёва нету. Ну да, давление высокое. Тем более заморозки. Может, после обеда что-то пойдет. Но движения на водоеме нету. Ну ничего страшного. Посидим, посмотрим. Я еще раз приветствую всех любителей рыбалки. Вчера выехал, проехал все свои водоемы. У меня их 5. Плюс 2 участка реки Майн. Майн вышел с берегов. И все мои участки оказались, все мои места затопленные. Я вчера объехал все. И где у меня была предыдущая рыбалка, нигде не подъедешь. Но у меня есть всегда запасной вариант. Это единственный мой водоем, где не заходит река. Ночью были заморозки. Так. Я там немножко прикормил сейчас. Ночью были заморозки, так что вероятно что-то поймать маленькое. И после обеда. Так, одна пошла. Чем примечательно это озеро? Водоем вот этот. Это единственный водоем мой, где я рыбачу, где не впадает река. Он довольно очень мелкий, но рыбы здесь немерено, особенно гибеля и карася. Но оно такое своеобразное водоем. Это один из немногих водоемов, которых я вот так толком еще и не узнал. Не смог расшифровать. Здесь может один год клевать по-сумасшедшему карась гибель. Другой год... Так, все приготовили. Другой год может вообще не клевать. Редко-редко. Вот такой вот своеобразный водоем непонятный для меня. Хотя я рысь неплохо ловлю, но я его до конца еще не понял, вот этот водоем. Сейчас я вам покажу его. И вот сегодня хотел уточнить, сделать уточнение по запрету ловли карася в Баварии. Я тут вчера поговорил с человеком, который ответственный за этот водоем, который контролирует его, ну, присматривает, короче. И вот он мне объяснил, что запрет на карася в Баварии, он действует не на все водоемы, как мне вот писали. В Германии два вида водоемов, закрытые и открытые. Вот объясню. Открытые водоемы – это водоемы, в которые входит река и реки. Это открытые водоемы. На них
карася запрещено ловить. А вот закрытые водоемы, как вот этот, они не входят в это число. Поэтому здесь, я еще раз говорю, с начальством я поговорил, здесь запрета на карася нету, потому что оно закрытое водоем. И тут же опять же на усмотрение ферайна, обществ. У меня товарищ тоже рыбачит на одном довольно большом водоеме хорошем, закрытом, но у них запретили на карася. Так что тут эта информация, этот закон, он такой вот немножко непонятный. Его надо узнавать непосредственно у начальства в своих ферайнах. Ну что, все заброшено. Сейчас я вам покажу вот этот водоемчик. Он очень мелкий, очень. Но здесь особенность, то, что здесь снизу больше метра, как сказать, вот он такой вот. Вода пополняется здесь, вот из-за сопок вода поступает и постоянно. А тут она регулярно уходит. При дождях здесь очень много рыбы уходит тоже, вот в те каналы. Очень много рыбы уходит. И вот вода поступает в сопок, и лишний сброс идет вот здесь. Вот, друзья, перенастроил на кукурузу. Ни одной поклевки не было. Сделал червя с опарышем и получил первую поклевку. Ух ты, прошло почти 2 часа. Значит, будем и вторую перенастраивать. Если на кукурузу, что я рыбачил предыдущие разы, шло только на этот, как его, на волосок, то сейчас взяла опарыша червем и на стойке самозасеком. Интересно, что там такое. Карпик. Какой серьезный, как сопротивляется. Чуть-чуть за губу. Ну что, друзья? Так. Ну, килограмма на 1,5. Кило 800, 2. Перенастроился. Червя с опарышем. И вот первая поклевка за 2 часа. Ну что, друзья? Это о том, о чем я говорю всегда. Рыба питается всегда. Просто нужно подобрать, что ей нужно в данный момент. Ночью мороз был, раз. Давление высокое, два. Перепробовал на волосок, немножко кверху, чтобы подсплывало. 2 часа ничего. Перенастроил удочку, то есть другую взял. На классику, скользящая кормушка, пару опарышей, червя поломал, пару опарышей. И первая поклевка. Что, будем ждать дальше? Начало есть. Ну что,
будем заканчивать рыбалку. Я уже говорил, так как мои места прикормочные все затопленные, пришлось спонтанно выехать сюда, проверить. Хотел проверить, или карась клюет. Место не прикормленное. Ну вот сейчас люди понаехали, ни у кого ничего не клюет. Ну, карпа я вытащил килограмма на два. Ну все, буду заканчивать. Всем всего хорошего. Пишите комментарии, как всегда, отвечу. Не хвоста, ни чешуи. До следующей рыбалки. Пока.